Форум «Мой бизнес. Летний лагерь» собрал в Архызе представителей инфраструктуры поддержки представительства со всей России. Наша республика в качестве хозяина форума определена не случайно. Мероприятие проходит в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии и пятилетнего юбилея регионального центра «Мой бизнес». Ахмат Халкечев продолжит тему. Работу форума разбили по трем направлениям. В первом специалисты Федерального Минэкономразвития изучали инвестиционный климат и потенциал регионов. Во втором шла разработка конкретных мероприятий по поддержке предпринимателей и самозанятых. Ну а в третьем – организация общей площадки для новых целей и задач. Цель форума – это обмен опытом, выработка миссии, ценностей команды «Мой бизнес» для того, чтобы улучшить качество обслуживания предпринимателей в структурах, подобных нашей. У нас будет присутствовать 12 министров экономического развития в пленарной дискуссии, также замминистра, и предприниматели получат возможность напрямую задать свои вопросы тем людям, которые определяют, как предприниматели будут жить с точки зрения законодательства и исполнительной власти. Форум также посетили заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, министр экономического развития Карачаева-Черкесии Алина Кохов и руководство Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России. Наша инфраструктура напрямую работает с предпринимателями и знает их потребности, боли, взгляды, поэтому, собрав такую крупную площадку, мы позволим внедрить те меры поддержки, которые действительно необходимы в настоящее время. На площадку съехались представители органов исполнительной власти, руководители и сотрудники центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» со всех регионов страны. У участников форума была уникальная возможность презентовать свои идеи и проекты экспертам федерального уровня. Мы рассказали проект, какое мы видим будущее развития центра «Мой бизнес» к 2030 году. Мы сделали акцент на том, что центр «Мой бизнес» к 2030 году должен развивать основные направления развития, которые есть на сегодняшний день в приоритете. Это и технологии, и инновации. Это, безусловно, и развитие инженерной инфраструктуры, развитие массового сектора, куда заходят социальные контракты, развитие социального предпринимательства, частично сферы туризма. Это в той части, где, например, гиды, экскурсоводы и все остальное. Безусловно, это развитие в части какой-то гарантийной лизинговой поддержки. Именно того, чтобы на сегодняшний день центр «Мой бизнес» стал тем единым окном, про которое все говорят, но сегодня до конца не реализовано. Говоря об эффективности мероприятия, организаторы отмечали тот факт, что архызский бизнес-лагерь на одной площадке собрал более 250 участников. На полях форума удалось организовать тесное общение специалистов центра «Мой бизнес», представителей власти и предпринимательского сообщества. Ахмат Халкечев, Расул Мирдиев, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз, поселок Романтик.